Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня мы будем играть в новую игрушку под названием My Little Universe. Да, в общем, в принципе, игрушка мне чем-то Фуражир напомнила. И вроде как она была на мобильной платформе. Здесь мы будем развивать свою планету. Мы где-то упали, как вы видите. И у нас есть инструмент топор. Кстати, странно, что я менял на русский язык. Секундочку. Все. Отлично. В общем, здесь мы будем собирать ресурсы, как я понимаю. А как мне пользоваться? Выглядит, так, кстати, он видно, вот так симпатично все. Так, добываем, значит, у нас ресурсы. Деревяшечки. И, видимо, постепенно будем расширять и расширять нашу планету. Выглядит все симпатично. Пока что это демо-версия. После выйдет, естественно, в релиз. Если вам игрушка понравится, с удовольствием посмотрим потом полную версию. Там какула. Какула, то есть, ага, вот. Мне не хватило. Хватило, все. То есть мы, короче, 10. Дубай будем. Дубасить мы будем до бесконечности, я тебе могу сказать, чтобы что-то добыть, создать. Здесь, я так понимаю, много крафта, много всяких механизмов. В общем, нужно, видимо, к краешку подходить потихоньку. О, хорошо, что... И продвигаться. Наша да, цель продвинуться да, вон вон корабль, например, к потонувшему кораблю. Блин, а вот мне видишь, где вот тут, например, вот сюда бы, в другую сторону... Только почему-то именно выбранное место, ну, точнее, я не могу, ого, что ли, вот управлять смотри, своей судьбой. Метеорит летит? Ну, что-то там летело. Вау. И тут это неожиданно было. 150 это... камней надо. Добывать. Вау. Слушайте, так. Интересный концепт, мне прям так, нравится. Да, вот мне... Ого, так, здесь уже вот нужно из деревяшек доски делать, да, ну, допустим. Я говорю, Фуражир мне прям напомнился. Да. Но пока что мне вот чем нравится, она такая... Все понятно, я не знаю, как-то интуитивно. Да, даже обучения нету, просто вот шпок-шпок. И как-то чуть-чуть побыстрее, если честно, да, в сравнении. Да. Но опять же, я, кстати, вот кто играл в мобильную версию, сообщите, сильно ли отличается. Так, нам нужен уже металл, чтобы новую... Ну давай, наверное, все равно деревяшечками, чтобы расшириться еще вот влево. Да, надо посмотреть. Вдруг у нас там какие-нибудь тоже шахты или что-нибудь такое. Спасибо, ребят, большое за поддержку. Вам спасибо большое спонсору. Тот самый Сон, огромное тебе спасибо за мощную поддержку. Такс. И, в общем, ребят, не забывайте, что у нас есть телега. И если хотите поддержать, то лайкосиком, либо на Бусти заходите. А вот так-с. Сюда нельзя продвинуться? Сейчас посмотрю, я побольше набью себе. Не, здесь никак. Вот, ага. Где-то вот в этой вот стороне. Здесь, вот, значит, да. Мне кажется, нужно золото, наверное, потихоньку. Давайте сразу же и будем пробиваться. Блин, мне нравится на самом деле визуал. Вот, смотри, у нас кирка новый... появилась. Да, новый. То есть теперь предмет. Мы можем добывать. Это, наверное, надо попробовать. Вот, может быть... Юль, вот ага. Здесь. 150 надо, представь себе. Жесть. И он, причем, кончаемый ресурс, я так понимаю. То есть мы выбили. И все, вот как... Нет, а, нет, смотри, нет, вырос. Нет. А, ну как но, и дерево, но, скорее да. всего, дольше, наверное, чем дерево просто. Видимо, да. Так, вот еще новый остров. Чем дальше, тем больше, короче, ресурсов. Теперь уже дерево нужно. У нас, в принципе, доски-то были. Угу. Ну да, и да, просто да, не хватает еще буквально камня. Двушечку. О, а-а-а. Это у нас получается... Сталь будем делать, да? Да, ну что интересно... Это значит, извиняюсь, не камень... Наверное, а как брусок руда. Металла, что ли, да, руда, потому что, ну, из камня как-то вряд ли бы такая штука получилась. Ну, выглядит просто похоже. Да, все правильно. Так, ну, дерева у нас вот такого достаточно, здесь нужно постоянно регулировать, давайте вот так все отправим. По максимуму. Пусть работает, оно уже автоматически больше в инвентарь. Больше обычное дерево, да, вроде, о, здесь ну, удобно. Некуда деть. Блин, удобно, что можно вот так издалека вот, смотри, схематично посмотреть. Да, здесь что-то интересное. А, это доски, типа хлам плавает, похоже. Mm-hmm, так. Отлично, давайте дальше. 16. Можно ли его прям взять, или оно поднимется? Ну, мне кажется, надо сначала бы вот нам здесь. Кстати, да, я же могу плавать, можно посмотреть, как. А то, может быть, это надо захватить. Сейчас попробовать. Узнаем. Мы почти все отстроили. Сейчас, погоди, секундочку. Все. А, да. Ого, сколько? 180. Видел? А что там нужно было? 150 чего нам? К сожалению, да, нам камни надо. Ну, вот а эти руды. Да. Так, ладно. Ну, надо сейчас будет это закинуть, как сказать, чтобы делался уже готовый продукт. Вот так, здесь. Миша, а у нас 16. А, вот а зачем ты тебе... ставки а, так вот... делаешь? Зачем? Да. А, вот, кстати, смотри, нам куда дерево еще надо. Нам ага, надо сюда давай, расширить. Сразу же. К делу. О, надо посмотреть, конечно же.
развивать. Блин, ребят, не, тут... мне игруха прям так вообще зашла. Так вот. 60, все, вот, можно, зря я делал. А куда мы, кстати, куда это у нас тупик, доски походу делись? Они просто не показываются, мне кажется, в инвентаре здесь сейчас. Просто у нас было 180. Ну да, то есть они тут и есть. А зачем ты еще делаешь? А вот хочу, чтобы что-то работало, что-то делало. Так, здесь... Давайте теперь это добывать, наверное, нам нужно. Получается, именно ее. Острова будем? Или что? Да, или давай, туда вот в пещеру давай бы... Ну ладно, давай пока острова. Давай, тогда просто, может быть, мы расширимся, и что-то у нас получше, получше, да, еще больше будет владений. Так, 16 почти хватило, сейчас хватит полностью. Так, не густо. О, еда, монетки, золото, золото теперь появилось. Интересно. Значит, скорее слушай всего, тоже куда-то потом нужно. Ну тут прогрессия, как мне кажется, гораздо быстрее, чем тот же Фураджер. И я, кстати, таких игр немного вижу. А жанр-то интересный вот этого развития. У нас, кстати, еще и с той стороны, по-моему, ну, вот как вроде раз где нет корабль, нам нужно было камни. Угу. То есть ну, можно. Ну, я не знаю, ну давай сейчас свернемся в ту сторону, посмотрим, что там можно добыть. Вот здесь вот. 9 камней. И, кстати, и немного, вполне да можно. Нам, кстати, вот как раз новая кирка бы не помешала. По факту, блин, можно, конечно, все в камне, все типа в камне рискнуть и доплыть до, мне кажется, корабля, но зачем с другой стороны? Плюс вдруг мы все ресурсы потеряем, да, вот это будет, конечно, очень жестко. Так, еще здесь камень. Мы прям максимально близки. Вот сейчас скоро можно будет попробовать. Так, да, я думаю, можно. Ой, они сразу же, у нас теперь золото. Так, 250. Во, какой большой этот, на самом деле, кусочек руды. Я надеюсь, у нас пишет. Так, да, все нормально, да, не переживай. Во, тут сразу же... Вот это мы сейчас устроим. Кстати, добычу. Четкое место, мне нравится. Да, я тоже думаю, что можно. А вот здесь такой странный, интересный, как будто как портал какой-то. А это здесь нарисован. У нас сокровища как раз были, которые мы нашли. Так, Миш, а нам скоро, наверное, хотя бы... Да я думаю, что мы уже... Вдруг мы в пещеру откроем вход, а там... Надо фигня быть каким-то прокачанным, но нет. Типа ты предлагаешь острова. Ну пока да, если есть возможность. Ну пошли, пошли. Мы так много с собой взяли, что было бы неплохо, как говорится, что-то новое открыть. Ну где-то, где там вот что-то светилось? Вот тут вот, посмотреть. Вон, смотри, мы можем ну дальше. Ну давай сейчас сюда пойдем. Так, аккуратненько. А если уже, ну, типа, ничего интересного, то... Да мне кажется, оно добывать так и будет, и дальше, и дальше, и дальше. Сейчас вот эти только еще выбью. Может, какой-нибудь инструмент? Может быть. Итак, готово. 20 дерева, о, замечательно. О, замкнулось. Еще замкнулось. Смотри, можно точить топор и улучшать. У нас все есть. И вон для чего нам нужно. И вон, смотри, топор круче можно сделать. Да-да-да. У нас какой-то новый ресурс. Погоди, я просто порадоваться новой кирке пришел. Да, у нас был, кстати, топор, мы его не сделали. Вот видишь, не зря. Не зря все пошли. Замечательно. Уже какой-то, смотри, новый, как будто... Как подвады это бывают. Рубиновые. Так, а здесь нужен новый какой-то, короче, ресурс. Короче, не знаю даже, как назвать его. Слушай, мы сейчас быстро, на самом деле, 150 набьем. Максимально быстро. Вон, видишь, как быстро? Да. О, как шикарно, смотрите просто. Ну, вот видишь? Прогрессия реально здесь быстрее, она приятная. То есть ты мог бы, конечно, дольше набивать. Да-да-да, но туда смысл? Сразу... Вот ты можешь вот сюда, в свою каменную о, долину, силиконовую да, долину. Да, тут, конечно, очень хорошо. А домом о станешь вообще чёт. Очень релаксовая игрушка, тут и музычка, и все, и да, визуал. Да, мне нравится. Мы... Так, 120 уже набили. Слушай, ты тут уже до 150 недолго. На самом деле, да. Я но даже можно не знаю будет попробовать. Я думаю, что мы готовы. Ну давай, у нас все-таки как-никак... А прикинь, апокалипсис начнется. Или уйдешь из этого острова. Да. Ну мы сейчас узнаем. Вот, о, стрёмно, сколько дерева. Жесть, просто идешь и выбиваешь все это. Ну давайте посмотрим. Может быть, не нужно будет, ну, сразу куда-то. Наконец. А, вот, теперь 150. Ага, да, уйдешь ты отсюда. Mm-hmm. В любом случае, нам теперь еще какой-то лютый ресурс нужен. Так, я хотел просто мимо пройти. Так. Но... Мы сейчас будем строить новые эти острова. Острова, да-да-да. Это, скорее всего, наверху, потому что тут я пока что-то не вижу. Ну сейчас, ничего, да, строим. Нам в ту сторону как раз надо. 22, мне думаю, крабик, хватит. А крабика можно, интересно, загасить? Он... Да можно, уже противники появились, смотрите-ка. Давай, давай, давай. О, нас убить могут. Не так все ну, и доброе тут. Так, конечно, 28. Он дал чуть-чуть монеток, но... Ой, какой кайф с новой киркой.
Так, все, ладно, поехали. Что-то большое, нет, не сказал бы, что большое. Так, еще достроим. Готово. Так. Крабик. Ну, он куда-то уполз. Так, с двух сторон сразу. Все, нам хватит еще. Куда нас приведут? Вон еще вот тот остров. Может, да. Вот. А, нет, это просто 150. Вот бы мы, в принципе, все бы и закрыли, все потребности. Но мы, в принципе, так, так дерево. Сделали. Слушай, это можно разбить было. Металл из него получить. Блин, а мне нравится. В принципе, ну, ладно, раз тебе нравится, оставим. Хотя вдруг подменить что-нибудь есть. Ну, наверное, вряд ли. Мы это можем построить легко, у нас есть рез. Что-то будет серьезное. Новый меч. Давайте новый меч. У нас теперь есть. Теперь крабы, берегитесь. Да, слушай, мы можем, кстати, сразу же следующий. Ну, я не знаю, нужно, не нужно. Ну, пускай будет. Пусть будет, да. Золото, да, на это еще потратил? Да, 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 золото. Вот единственное, я не знаю, как... А, вот у меня, кстати, можно сразу же все ресурсы посмотреть. Смотри, сколько слотов. Да, так что... Вот, вот наконец-то, кристаллы. А сколько нам нужно было там? Вообще дофигища, по-моему. А их больше нигде не растет. Да, ну мы, может быть, Миш, знаешь что, вот здесь вот попробуем. Может быть, здесь есть еще. Сейчас я сразу же скину эти деревяшки. Погоди, может, хватит. Все, хватило. Ого! Король босс, краб какой-то. Краб. Слушай, ну это неожиданно. Сейчас вырастут сразу же еще срубим здесь. Или, вот думаешь, тут вот нету ничего. Ну, кстати, кажется... вон еще краб. А, вот здесь можно сейчас. Давай, иди сюда. С одного сразу. Просто. То есть хорошо, на самом деле, что ты прокачал. Вот снесу. О, не зря с поймал. С маленьких, кстати, такое ощущение, два. Как бы столько а же монеток. А, три. А, ну на одну, блин. Тогда я говорю, выгоднее вот этих мелких, но попробуй поймай. Так, тоже пригодится. Класс, на самом деле, очень классно. Было бы круто еще, хотя, на самом деле, так, визуально не так прикольно пересмотреть. Так, нам не хватает вот кристаллов этих. А, да-да-да-да, точно. Как раз, чтобы еще нового выросли. Но... О! Так, тут. О, там что-то как. А, это метеорит, я думал, нифига себе там ползет. Кто-то помер. Так, давайте эту сразу же соберем. Мы, кстати, Миш, мы можем прокачать кирку. Давай попробуем кирку прокачать. Так, кирка у нас вот здесь. Тут. Ага, 20 металла. Ну, 45. Металл надо идти тогда делать. Ну да, давай-ка. Сталь сделаем. Ну не, не так уж мощно. Давайте вот так. Теперь не так легко с ресурсами. Досок у нас тоже давайте там нарубим. Ау! Тихо. Костер, за что? Все. А, ты еще горишь, у тебя отнималось все со нормально. Надо мне кажется, будет тут еще, возможно, защита будет. Такс, ну что лучше? Ой, чуть ну, не ну, давай, наверное, уж тогда продвинемся чуть-чуть. Вдруг еще да, крабу, откроется. Может быть, какие-то подарки будут. Подарки? Ну, не, серьезно. Люлей тебе дадут. Та- вот, видишь, вон краб. А вон еще краб. Ай, он меня ударил. Ой, сагрел. Ой, страшно. Блин, вот этот какой-то здоровый. Блин, он тебя он вообще не бьет. Атакует, но страшно. Еще как атакует. Вот это, конечно, было зря. Блин, он такой... Он ушел, все, к счастью. А вот здесь уже главное ничего не строится. Я видел, что ты напал на моего... Да? А вот собрать. Маленького. Так, брата. Золото. Так, еще чуть-чуть. Давайте. Нам нужен ресурс. Такс. Кстати, в принципе... Нас не хватает вот только давай вот добьем. Этого синего. Блин, он прям на краб, нас пырит. Ну не подходи, в самом деле. А все, хватает, пожалуйста. Ах ты собака. Вот так, он драйв. Вот это добываем, точнее делаем новую кирку. Ну все. Ого, какая следующая будет. А, он здесь. Да. Блин, он сейчас наши ресы вот эти разрушит. Понятно. Блин, нам нужен он... меч. Новый. Давай, ну все, сейчас тебе кирдык будет. Я не думаю, что ему сразу же кирдык будет, если честно. Давай добудем сразу ресы, пока он это... Он сожрет их. О, кайф. Так, можно ну еще, давайте. Наверное, расшириться. Угу. В эту сторону. Так, так, отлично. Тут можно тоже... Ладно, хотя бы он успокоился. Ай, не хватает уже вот, руды, чуть-чуть. Руды а, именно. Хватает. Надо идти в другую. Где-то у меня вот хорошее местечко вот здесь есть. Вот. Блин, ну и залипал его, конечно. Согласна. Так. Мы еще портал, получается. Ну,
пока не будем торопиться, вдруг тоже найдем залежку. Но мне кажется, потом, после даже прокачки, оно лучше будет. Вот, 30, мне думаю, хватит. Не знаю, тебе дерево надо, не надо. Пусть будет. Ну вот досок я вот чуть-чуть сейчас сделаю. Так, ну что, расширяемся. А, кристальчики? Угу, он этот ждет. Краб тебя, да, дожидается. Все, отлично, давайте запускаем. О, вау. А это что за пещера? Отправиться? Ну, давайте посмотрим. Неожиданно, как говорится, появилось. Боже. Вау. Мы под водой. А ты можешь вот тут что-то делать? Да, добывать? Я могу вот эти все. Это каменные рифы какие-то. Получается. Слушай, неплохо. А еще вот это золото? Или нет? Не, оно, к сожалению, не добывается. Ну ладно. Интересно. Такой как бы доп. Лут, если честно. Так, вот здесь что-то еще простроить целый можно. Склад. Что-то много. Не зря, наверное. Ясно. Ну как сказать? Ну, хватит нам здесь. У нас, смотри, 300. Да. Мне кажется, сейчас всю пещеру простроим. Так, еще даже можно добыть, пополнить. Они, кстати, больше дают, чем, по-моему, обычные. Какулище? Какула? Ну, к счастью, мы легко справились. Так, вот это что? Новые блоки какие-то, золотые. Они нам нужны. Или что это? Кристалл, можно сказать. Еще он, смотри, что есть. Там какой-то ключ, и тут какула. Еще одна какула. Ну, какула. Так, вот это все собрать можно. А ключ, наверное, нужно сделать, да? Собрать. То есть, смотри, типа, вон туда, туда за ключом идти. Да. Простроить надо просто. Так, ой, у нас много резко. Что-то новенькое прям. Вообще неожиданно здесь поворот. Я думаю, так сейчас зайдем, соберем и свалим отсюда. Ну, это дядя не страшный был. Поэтому дальше строимся. У тебя уже не так много, конечно. Так, становится. Подбираем еще. Ничего, как видишь, тут все продумано специально. Офигеть. А вот сейчас мы добудем. Какулище, что ты здесь делаешь? О. Себе ресов. Вот мне интересно, есть ли какие-нибудь ресурсы, которые добываются только уже крутой киркой? Ну, понятно, что дольше, но вот именно что прям вообще нельзя стучать. Ну, было бы, да, интересно. Ой, у нас очень много ресурсов этих, если честно, давали. Мы тут просто пипец их собрали сколько. Наверху 100% они потребуются. Может быть, даже для этого. Для какого? О, вон ключ. Да, я для должен. Портала, который там стоит. Сейчас мы, видимо, за сокровищем. Ой, вот сейчас, кстати, не хватит, возможно. То есть хватит. Со скрипом. Но мы сейчас вернемся. Вот этот угол прям. А, все, хватило. Так, вот здесь ключ. Смотри еще. Нет! Так, блин, ну, и босс какой-то еще. Я не знаю. Там вот целый склад. Блин, он немедленный. Блин, какого? Так. Можно его попытаться обойти. Так, все, сейчас возьмем золото. Опасненько. Блин, добывать. Но он долго это. Так. Блин, ну я тут его. Ну его долго, конечно, гасить. Нормально, кстати. Раз, два, три, отплываем. Раз, два, три. Ну, он такой простой оказался, на самом деле. Просто долго клупать и бьется. Ай-яй-яй-яй-яй. Отплываем. Все нормально. Я просто не знаю, может, реально с первого раза нас тут развалит. Вот-вот. Все. А сейчас, прикинь, 150. Он опять тоже заспаунится. Ну, поэтому, да, надо быстрее тут все собрать. Блин, нифига себе, мы тут золото набрали. Фу. Ну, корабль, наверное, ничего тут, да. Да-да-да. Ну, значит, получается, интересно. Мы просто... Опять какула, да. Ну, ладно, сейчас нам немножко это... Чуть-чуть соберем. Да, вон скелет опять ждет нас. Сейчас еще здесь соберем. Блин, с этой киркой, конечно, хорошо собирать. Так-с, ну, не это зря не страшно. Еще ждет. Мы и не такого валили. Да, все, ключ надо вставлять. Стой, 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 стой. Я вставил. А, два... А, все, нет, я уже испугался. 70. Не зря 70. Собрали. Блин, это пещерище вообще огромное какое-то. Вы издеваетесь? Ну, у нас, скорее всего, не хватит. Ай, 90. Это вот здесь вот рядом надо добыть. Да, ну, в принципе, добывается тут нормально все это. Ё-моё. Ну, конечно. Надо пипец сколько. 90. Вот ладно, хоть вот кирка еще более-менее, если бы мы не подготовились. Было бы очень долго, ты бы заколебался. Это я сейчас одну соберу. Это вот они вначале нас тут, ой, обрадовали. Ай, акулы еще.
Да ё-моё, да, что-то да, их да, часто. Да. А тут две было их реально. Так, Миш, ну тебе хватит. Ну пока как бы да, но сейчас, мне кажется, еще заставят. А вдруг заставят. Там будет еще? Да, конечно. Тут... Нет, я имею в виду, появятся, ну, как бы, новые места. Как вон видно, это же... Сколько тут вообще? Слушай, ну тут прям, честно скажу, глубоко еще. 120. Блин, а тут можно вернуться, типа, и потом сюда еще ну, прийти? Наверное, можно. И вот это очень интересно. Вот это вход, да, наверное? Нет. Это что за прикол? Это секретная типа пещера. В пещере секретной. Пещера в пещере, да. Можно вот, здесь вот собрать, нам пригодится, там наверху. И типа обратно, наверное, да. Да. Слушай, ну... А сейчас проверим. Вот, видишь, пещера на месте. А это что за подарок такой был? А у нас не было его изначально. А я не знаю, если честно. Если честно, не знаю. Слушайте, давайте сохранимся здесь. Да. Я думаю, что можно еще будет поиграть. Если вы захотите поддержать, то можно еще несколько серий в этой демо-версии. А так, конечно, будем ждать полную версию. Да, игрушка прям классная. Классно, классно. Стоит вашего внимания. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.